Ребята, всем привет! Я нахожусь на острове Татышев. Сегодня здесь происходит первый запуск елки новогодней. До этого елка базировалась всегда в центре. Каждый Новый год она стояла в центре города на Театральной площади. В этом году ее перенесли на остров Татышев. И здесь сегодня будет тестовый запуск. Плюс мэр города сюда приедет, будет записывать свою речь новогоднюю. И я сегодня здесь, чтобы снять вам вот эти первые кадры запуска елки. Вы будете первые, кто их наблюдает.